Мальчишки и девчонки, всем привет! Мы читаем все ваши комментарии, поэтому девчонкам, которые нас смотрят, тоже огромный привет. Я сижу не случайно на фоне мусорки, потому что здесь, судя по вашим комментариям, 50 на 50, к концу этого видео должен оказаться либо я, либо Баджадж. Вот. Ситуация у нас действительно очень интересная. Давайте мы это видео разобьем на три части и структурируем. Первая часть, мы подводим итоги предыдущей серии. Вторая часть, мы устраняем то, что у нас случилось. Третья часть, мы подводим итоги. Лично я подведу итоги для себя. Исключительно субъективное мнение, и все вам расскажу. По первой части, по комментариям. Ребят, мы действительно смотрели эндоскопом в горшок. Очень много по этому поводу комментариев, что мы неграмотно поступили. Мы смотрели эндоскопом. Второй момент. Мы не показывали вам, но когда мы выставляли метки ГРМ, мы снимали крышку. Я вам сегодня все это покажу. Мы выставляли по коленвалу, не только по распреду. Третья часть. По поводу техосмотра почему-то очень вас волнует. Возможно, я не прав, но я когда подавал через госуслуги постановку на учет, там просят номер техосмотра. Поэтому я его сделал. Возможно, действительно для новых мотоциклов не надо. Не знаю. Я первый раз в жизни купил себе мотоцикл новый, в надежде на нем долго ездить, но имеем то, что имеем. Я сижу напротив помойки и вещаю про то, как его починить. По поводу того, что мы пропустили фазы ГРМ, что мы сбили метки, это самое правильное. Первое, что я подумал, это действительно, что мы сами сбили метки, хотя мы два раза проверяли его, крутили его на холостую, все было хорошо. Дело не в этом. Дело гораздо интереснее. Для этого нам пришлось заказать кое-каких запчастей, и я вам сейчас об этом все подробно расскажу. Я не ожидал такой реакции на это видео, поэтому мы максимально подробно сделаем сборку этого мотора, потому что разборку вы уже видели, и это мы так опустим. А вот сборку мы будем делать прям по пунктам. Вот. Привет Уралу, привет Перми, привет Пушкину, привет всем, кто передает привет. Ребятки, мы не коммерческая организация. Всем, кто написал, что я продался, сейчас вот только Баджадж соберу, с каждого китайца возьму денег и переезжаю на Бали. Я вам гарантирую, короче, это самая выгодная сделка в моей жизни. На канале с 4000 подписчиков и 500 комментариями под видео я зарабатываю миллионы. Это вам отдельный респект. Благодаря вам, ребята, живу хорошо. Поэтому давайте переместимся в более привычную обстановку и в очередной раз разберем новый Баджадж. Вот он, родненький. Как бы я хотел сейчас на нем ехать и не разбирать его, но тем не менее. Мы вас так долго томили ожиданиями, не потому что мы хотим сделать видео подлиннее, а только потому, что мы ждали запчасти. У нас ушло огромное количество времени, чтобы понять, что вообще произошло. Потому что стук действительно клапанов о поршень, да, что-то такое вы все слышали на видосе. Я его заводил, мы уже слышали этот стук, но, блин, интригу-то создать надо было. И очень долго разбирались, в чем на самом деле проблема. Я с таким, честно, сталкиваюсь первый раз. Думаю, что я не один такой, кто с подобным сталкивается в первый раз. Но, в отличие от проблемы с новым мотоциклом, у которого пробег 9 километров, подобная проблема случалась не у меня, у одного. Я полез в интернет и нашел не один случай подобный. Поэтому давайте сейчас я приступаю к его разборке. Я могу на этом не акцентировать внимание. Я сюда уже зайду как к себе домой. Я уже знаю, что крутить. Сейчас слепую шестигранник могу достать. И обо всем поподробнее. Для начала разбираем его, снимаем голову обратно. Погнали. Друзья, благодаря нашему оператору Алексею, вы видите, что поршень без каких-то зазубрин. Удары были страшные, но здесь все хорошо. Цепь мы вытягиваем стяжками, да, она может проскочить на ГРМ, но к этому мы вернемся, как я и сказал, в сборке. Вот сейчас даже попутно читаем комментарии, говорят, купи ты себе японский мотоцикл. Ребят, для тех, кто не в курсе, я попутно буду отвечать на ваши вопросы. Я продал Вулкан 800, если посмотрите наши ранние видео, я катался на Вулкане и пересел на вот это индийское чудо в надежде никогда не залазить внутрь двигателя. У меня нет с этим проблем, но я этого больше не хотел, я хотел просто ездить. Вот, осматриваем камеру сгорания, ой, не камеру сгорания, а поршневую группу, здесь все хорошо, никаких зазубрин, никаких ударов поршня, ничего нет. Поэтому перемещаемся сейчас за стол, и мы наконец-то приближаемся к
кульминационному моменту нашего увлекательного телешоу. Чтобы не заспойлерить ни себе, ни вам ситуацию, я головку перенес в таком положении. Мы отчетливо слышали стук клапанов, и сейчас мы переворачиваем головку. И внезапно здесь все хорошо. На клапанах нет ни выработки, ни ударов, ничего. Сейчас мы переместимся ближе. Впускной, выпускной, свечу даже не стал выкручивать. Все на месте. Никаких ударов, никакой выработки, ничего. Кроме дерьмового качества литья, которое мы с вами видели в прошлый раз. И за это я получил почему-то огромное количество хейта. Но, ребят, я ничего не придумываю. Вот голова, вот мотоцикл. Вот очень хреновое качество литья. Потом нам рассказали, что мы зачем-то притираем клапана. Да, в массовом производстве клапана никто не притирает. Это дорого и бесполезно. Но если ты снял головку и не притереть клапана, мне там рассказывают, что притирка клапанов это плохо. Ну, я не знаю. Я не буду с вами спорить, бог вам судья, конечно. Адепты секты Баджадж, я ни в коем случае не хочу затронуть ваши какие-то чувства и эмоции. Но, тем не менее, здесь у нас все хорошо. И чтобы понять, что нам с нами произошло, нам нужно будет с вами снять распредвал, ребятки. Только сняв распредвал, мы доберемся до истины. Мы очень-очень долго пытались понять, что это, и чисто случайно, крутя его в холостую, потому что при первом запуске этого не было, это было только после второго или третьего пинка Кико, и начались эти звуки. Сейчас мы с вами глянем, что же здесь произошло. В плане разбора очень удобно. Как говорю, болтик вкручиваете в направляющую рокера и спокойно их снимаем. Дальше нам нужно снять стопорное кольцо с распредвала и добраться непосредственно до виновника нашего торжества. А виновник нашего торжества непосредственно распредвал, простите за тавтологию, это тоже очень многие отмечают. Но мы пишем одним дублем, пишем не в паузе, пишем без сценария, поэтому могу повторяться. Достаю я, значит, распредвал, откладываю голову в сторону, и на первый взгляд с ним все абсолютно хорошо. Но чтобы понять, что с ним не так, нам нужно взять новый распредвал к нашему новому мотоциклу и положить его рядом со старым. Единственное, что лично меня хоть чуть-чуть радует во всей этой ситуации, что мы опять разобрали мотор, мы можем избавиться от старой прокладки. И так долго мы ждали новую. Баджадж, как бы все запчасти, распред, прокладочка, все Баджадж, все оригинал. Действительно есть каталоги, очень удобно искать запчасти. Но живя вот на моем селе, как бы найти запчастей фактически нереально. То есть мы все ждали. Распред у нас пришел с Авито, прокладка у нас пришла с Озона. Баджадж онлайн какие-то нереальные сроки поставки к нам в деревню делает. Но суть в том, что мы заменим прокладочку, не будем собирать на старую. Это из положительных моментов. Из негативных моментов, ребятки. Я достаю новенький распредвал и кладу его рядом со старым. И вот сейчас мне нужно сделать очень крупный вид, чтобы вы поняли, что же у нас все-таки произошло. Виновник, ребята, нашего торжества. Для той части аудитории, чьи чувства и религию мы можем оскорбить, именно баджаджеводов, я давайте возьму это на себя и скажу, что я рукожоп. И вот этой сломанной рукой от руки я перетянул распредвал, когда сажал сюда шестеренку. И здесь слезала шпоночный паз. Обратите внимание, вот шпоночный паз здорового распредвала. Вот шпоночный паз, четко откол. Ровный такой скол, без всяких ударов, без ничего, просто ровный скол, куска распредвала у нас не хватает. Мы это даже не заметили. И что у нас происходило? Когда поршень подходил к верхней мертвой точке, и кулачок выпускного клапана подходил к своей рабочей фазе, у нас из-за того, что здесь звезда немножко гуляла, у нас происходил отскок клапана обратно, и он бил в седло. То есть он бил не в поршень, просто клапан закрывался щелчком, потому что срывался с распредвала. Давайте возьмем китайский скутер или старый японский скутер, где прямо на колено сажается вариатор, закручивается исключительно гайковертом, потому что иначе вам нужна куча съемников. И это можно процедуру замены вариатора там производить 20 раз за сезон, колотить туда просто гайковертом, и ничего с ним не случится. Здесь же мы имеем, смотрите, явно заводской ровненький срез прям по распреду, ни скол, ничего. Больше того, я не знаю, видно вам или нет, но если мы возьмем вот этот, вот у него здесь тоже новый абсолютно, у него уже небольшой скольчик здесь вот есть, кусочка не хватает. Отливка это или брак фрезы, я не знаю. Это, ребята, к качеству запчастей. Давайте, да, действительно, я крутил, допустим, я его перетянул. Как это могло произойти, я не знаю. Плохо это или хорошо, судить опять-таки вам. Но вот с этой проблемой я находил моториста, который перебирал этот мотор. С этой проблемой видео есть. Я не единичный случай. Просто единичный случай в том, что это самый везучий баджадж и самый везучий я, что это случилось на таком пробеге.
Вот. Так что всем фанатам Баджадж, вот такая штука имеет место на жизнь, к сожалению. И в принципе сейчас я бы должен расстроиться. Но бог с ним, это же индийский мотоцикл. И вы видели, как делают запчасти в Индии, все вот эти видосы. И индийский распредвал на самом деле очень легко восстановить. Вам понадобится какая-то емкость, куда мы погружаем распредвал. Заливаем чуть-чуть воды. И фирменными запчастями Баджадж, приправой карри, приправляем распредвал. Вот. И надо немного подождать, чтобы донести это до помойки. Потому что, ребят, я не знаю, я такого качества запчастей действительно никогда не встречал. У меня это вызывает прям горение чуть ниже спины, потому что это нереально. Блин, это нереально перетянуть от руки, это нереально сломать, это нереально провернуть. Я не знаю, что произошло. Имеем то, что имеем. Поэтому пойду донесу наш распред до помойки и будем собирать на голову уже на новом распредвалу. Собирать будем по пунктам, собирать будем по мануалу со всеми моментами. И я вам подробно обо всем расскажу, даже если видео получится немного длинным. Уж извините. Ходу в этот раз, чтобы прийти к успеху, нам с вами обязательно нужно немножко карри сыпануть и в цилиндр. Иначе, как написали вы в комментариях, без танцев и специй этот мотоцикл никуда не поедет. Наверное, так оно и есть. Заправляем распредвал, ставим стопорное кольцо и не забываем поставить трекера. Выставлять метки будем уже по факту. Что можно сказать в плане разбора, как человек, который разбирает этот мотоцикл уже третий, получается, раз. Очень легко все делается, очень интуитивно и примитивно понятно. Это огромный плюс этого мотоцикла в этом его немножечко маслица. В масле обязательно немного карри надо растворить, чтобы было хорошо. И ставим на место рокера. В этом плане здесь тоже все очень прикольно. Мне очень нравится система эта, распределение его баджаджевского, в плане как оно все разбирается, насколько оно продумано и легко все на зазорчиках встает без каких-либо проблем. Болтиком М5 вкручиваетесь в палец, спокойно его заправляете. И спокойно его собираете. Так, и ту же процедуру повторяем со второй стороны. Не забываем все это дело немножечко смазать, чтобы оно у нас все легче ходило и притерлось. Хотя многие из вас считают, что притирать новые двигатели это какой-то харам. И делать этого ни в коем случае нельзя. Что меня лично очень удивляет. В принципе, все. Распред на месте. Рокера на месте. Остается распустить клапана, выставить ВМТ, настроить клапана обратно. И на новой прокладочке. Сейчас мы все это соберем, обтянем. И уже поговорим про ваш любимый механизм газораспределения. Потому что вот именно для меня в простом народном мотоцикле настройка и те действия, которые требуются для того, чтобы выставить ГРМ, немного странные. Особенно если ты где-то в дороге. Вдруг что-то случилось, и тебе нужно делать это в дороге. Мы одеваем вот эту комплектную проставку к распредвалу на распред. Смазываем все маслом. И посмотрите, насколько здесь мало посадки, насколько здесь мало теста. При учете того, что вот здесь у меня с краю какой-то скол на новом распредвалу уже. Насколько мало места для шестерни, как легко это все дело, если перекалить. А я уверен, ну мы потом, наверное, попилим болгаркой старый распред. Сейчас он настоится в каре немножко, закалится. Вот и посмотрим. У меня такое ощущение, что он адски перекален именно. Вообще у меня сразу ощущение, что мне адски повезло. Я единственный, я избранный. Сейчас бы Морфеус стоял за спиной и сказал, что я избранный. Единственный такой случай на миллион мотоциклов. Но, тем не менее. Ребятки, я уже сейчас этот узел буду натягивать с таким трепетом, с такой аккуратностью, какой не должно быть в принципе в мотоцикле, который создан, чтобы возить тебя, 6 твоих детей и слона в магазин каждый день. Прежде чем перейти к выставлению ГРМ, установке всего этого дела обратно, мы подходим к другому двигателю. К сожалению, у меня нету в наличии какого-то 166-го, 174-го мотора, любой другой одностволки, есть только всеми любимый Альфа, но на всех адекватных моторах, на японских, на китайских, на всех, которые я видел, простенькие одностволки,
для выставления ГРМ имеют вот либо одно окошко, либо как здесь два. Если мы снимем эту пробку, мы имеем доступ к коленвалу, одеваем сюда трещотку, можем увертеть. А здесь сверху пробку мы откручиваем, и мы видим на генераторе метку верхней мертвой точки. Мы проворачиваем колено до ВМТ и совмещаем ее с меткой на звездочке ГРМ, непосредственно вверху, на распредвалу. Очень удобно, то есть вы держите цепь, спокойно переставляете звезду, выставили здесь ВМТ, поставили распредвал ВМТ, все совместили, все классно. Теперь мы перемещаемся к Баджаджу. Многие из тех, кто осознанно покупает этот мотоцикл для каких-то дальних поездок, а в основном его покупают так, потому что на них дубасят просто в кругосветке люди ездят на этих мотоциклах, могут столкнуться с такой фигней. И обратите внимание, под этой заглушкой ничего нет. Окна для выставления ГРМ здесь нет. Для того, чтобы нам добраться до генератора, нам нужно снять вначале вот эту вот крышку. Здесь она на двух болтах, на 8. Нам нужно открутить ее. Нам нужно открутить левую крышку двигателя, чтобы спокойно. Мы это уже делали. Почему я так свободно говорю? Потому что мы это делали в прошлый раз, не стали показывать. Но раз уж столько вопросов и столько интереса к этому процессу, то давайте мы уже будем полностью все показывать со всеми плюсами и минусами. Можно ли это отнести к какому-то минусу? Нет. Это просто конструктивный неудобный момент. Это как ночной горшок с ручкой изнутри. То есть вроде бы как бы ночной горшок есть, но пойдешь без света, вляпаешься. Так и здесь. Мы снимаем вот этот кожух. И под ним у нас открывается доступ еще к двум болтам, которые затягиваются с довольно хорошим усилием, если верить мануалу, который мы нашли. И самый минус, на мой взгляд, то, что крышка генератора, вот эта крышка, она стоит на прокладке. И по-хорошему, конечно, можно не переставлять, можно мазнуть герметиком, можно еще что. Но в правильном православном мире, не индийском, прокладки должны меняться. И вот найти эту прокладку, если ты живешь в каком-то удалении, как мы, становится, да, действительно, вы правы, есть очень много сайтов, где все есть в наличии. Ровно до того момента, когда ты столкнулся с тем, что тебе нужно что-то в наличии. Я всех обзвонил по поводу прокладки. И единственный, кто мне смог помочь в адекватные сроки, это Озон. Да, дорого. За прокладку я отдал что-то в районе 1000 рублей. Вот, этот распредвал мы купили новый. Но я единственное не сохранил контакт и не спросил у человека. Человек сказал, что мотоцикл продал, а распред новый у него остался. Что-то я тупанул и не спросил, а почему он купил новый распред своему мотоциклу, но не суть. Вот, то есть, смотрите, мы все вот это делаем, там мы бы открутили на том двигателе, на китайском, галимом, убогом по сравнению с замечательным индийским мотоциклом двигателе. Мы бы открутили две пробочки под отвертку, и спокойно уже всю эту процедуру выполнили. А здесь мы мало того, что откручиваем кучу болтов, мы еще и нарушаем прилегание прокладки. Спорить ни с кем не буду, что можно посадить на старую. Но я уже сажал на старую, получается, один раз, когда мы в прошлый раз это делали. И сейчас она будет у нас второй раз сажаться. И я не удивлюсь, если потом, через какое-то время, у нас начнутся масляные потеки по этому двигателю, по прокладкам, которые мы не поменяли. Именно прокладка крышки, прокладка, которую я, кстати, вообще не смог найти в доступе в адекватные сроки, натяжителя цепи. Вот этих прокладочек я достать не смог. Опять-таки, мы не живем в большом городе, но что-то я подозреваю, что в больших городах этот мотоцикл и не самый актуальный. Вот. Поэтому все комментарии из серии, что я пытаюсь опустить Баджадж, что я в чем-то не прав. Во-первых, этот Баджадж купленный за мои личные деньги. Для меня любимого и для меня красивого. И когда я сталкиваюсь с такими неудобствами в каких-то банальных процедурах, естественно, у меня, как у конечного пользователя, начинает немного со всего этого пригорать. О таких моментах не думаешь, когда покупаешь мотоцикл, на который миллиард положительных отзывов. Но мы же с вами имеем исключительный случай избранного, поэтому имеем то, что имеем. И вот эта процедура, по-хорошему, если вы откроете сейчас видео, настройка клапанов, выставление ГРМ на Баджадж, большая их часть будет именно с фиксированием звездочки без откручивания вот этой крышки.
А прокладка здесь нам нужна почему? Потому что у нас генератор в масле, как мы видим. То есть генератор у нас не сухой. И вот, собственно, только теперь у нас открывается доступ к верхней мертвой точке, которую нам сейчас нужно будет выставить, совместить с новым распредвалом. Сейчас я достану шестеренку, посмотрю, не покоцали у нас уже шестеренку. Вот. Но приятного, короче, в этой конкретно процедуре мало. И банальное окошечко сверху могло бы эту процедуру упростить. Я не уверен, что это удорожит мопед на миллион, но я недавно состою в группе в Баджадж, увидел новую 125-ку 24-го, похоже, года, в которой уже даже этого фильтра нет. Я почему еще брал этот мотоцикл там с обратной стороны? У него полнопроточный фильтр на такой малой кубатуре, а там уже и от этого отказались. Поэтому Баджадж уже не тот, пацаны. Смотрите, ребят, сняли мы звезду газораспределения, и с этой стороны, со стороны, где верхняя мертвая точка, все, у нас все красиво и прекрасно. Но стоит ее только перевернуть, и мы находим намятие и какой-то кусочек металла от старого распредвала, что она его слезала, здесь вот какое-то набитие. Менять мы ее, конечно же, не будем, потому что, честно сказать, я этот момент просто упустил, поставим эту. Но у нас же многосерийный сериал, что нам? Вот, пожалуйста. Удаляю магнитной отверткой куски старого распредвала со звезды. Два их здесь, с каждой стороны, в каждом зубе. Хорошие такие. Вот она их и резанула нам при прокручивании, собственно, кикой этого замечательного двигателя. Сейчас я ее помою. Даже что-то здесь свернуть, причем не сорвав резьбу или этот самый болт, очень трудно. Вот, но зацепы и площадь соприкосновения этой звездочки, то есть она просто никчемная. Я сейчас не буду, так и быть, не буду доставать китайскую голову, на которой три болта, звезду туда можно накинуть, один сорвать и ничего не изменится. Я просто показываю вам, вряд ли еще кто-то это будет показывать, насколько она держится здесь, то есть, ну, малейшее какое-то смещение, малейшее что, и она срезает эту шпоночную канавку. Причем звезда явно, ну, тверже, потому что, ну, колется, просто колется распред. Тут в процессе съемок подъехали пацаны, и действительно встал такой вопрос. Я про этот двигатель ничего не читал. И интересный момент, а должно ли быть вообще в генераторе масло? То есть, а сухое он или в масляной ванне? Вот кто шарит в баджаджах, пацаны, оставьте пару букв внизу, потому что я, опять повторюсь в очередной раз, мое мнение, оно субъективное. Я не являюсь авторитетным механиком, мотомехаником, специалистом по баджаджу или еще что-то. Я являюсь счастливым обладателем и довольным клиентом. Мотодарт, вам привет, идите нафиг. Вот. Ставлю новую свою прокладочку. У меня так не давала эта мысль покоя, что такое ощущение, что это все случилось, чтобы я поменял прокладку второй раз. Вот. Звезду мы пока накинули, неважно как. Суть распределения настройки газораспределительного механизма. Для начала мы можем, у вас может произойти такое, что все сбилось. Поэтому мы сейчас на звезду не ориентируемся никак. Единственное, что направляющую надо было поставить перед прокладкой, а не после. Удобная здесь под нее закладная, под успокоитель цепи. И очень удобно все это собирать. Звезду откидываем также в сторону. Главное, чтобы снизу цепь не соскочила, чтобы глубже туда не лезть. И ставим на место голову. Очень трудно понять, просто мы рукожопы или не умеем пользоваться интернетом, но в русскоязычном сегменте интернета мы не нашли адекватного мануала по затяжке. Руководство пользователя есть в любом количестве, а вот мануала толкового не нашли. Поэтому с помощью машинного перевода Гугла, Кришны, Ганеши и прочих индийских богов мы нашли мануал, в котором мы смотрим, что затяжка головки у нас производится с усилием от 2,2 до 2,5 кг на метр, а затяжка звезды газораспределительного механизма 1,6-1,8 кг на метр. Соответственно, сейчас мы перемещаемся к мануалу, к динамометрическому ключу, к голове, и все это дело обтягиваем крест-накрест, как дед учил. К сожалению, инструмент на 2,2 кг у нас не самый высокоточный, потому что с храповиком в нашей деревне, вот опять, все я свожу к тому, что эти мотики берут где-нибудь на селе, и вот на селе я все магазины объездил, нашел только вот такой. Но не суть, дотянем плюс-минус, а там будет видно. Обтягиваю все по кругу, по звезде, чтобы ни в коем случае нигде у меня ничего не повело.
стараюсь делать все по уму, по красоте и по науке. По факту вы видели, что из этого получается. Но сейчас мы дойдем до звездочки и уже о ней поговорим отдельно. Ребятки, единственный важный, полезный момент, который не сказали при разборе, вот эту шпильку очень тяжело из-за катушки зажигания ставить на место и снимать, поэтому катушку целесообразно снять, если вы дойдете когда-нибудь. Если хоть кто-нибудь, кроме меня, в этой жизни будет перебирать этот мотор, то вот эта шпилька не встает с катушкой. Очень удобно тянуть, снимать, как бы все нужно делать без катушки. Вот, в остальном все, обтянули. Сейчас я от руки нежненько закручиваю звездочку и будем выставлять ГРМ. Ну что, здорово, неудачники! Так, справедливости ради, парни, единственное отличие, которое я нашел в распредвалах, это что вот этот болт родной, который пришел мне с мотоциклом, новый распред пришел без болта. Вот, мы выставили ВМТ, для этого мы совмещаем вот эту вот букву Т с этой стороны, с риской, которая находится вот здесь, на головке. И еще раз говорю, очень нежно от руки все это дело затягиваем. Потом просим вашего товарища, если он у вас под рукой есть, если нет, я даже не знаю как. Гайковертом мы ни в коем случае здесь ничего тянуть не будем. Зажать ротор генератора и спокойно затянуть гаечку с этой стороны. С той стороны сейчас покажу, какая метка должна быть на генераторе и с чем ее нужно совместить. И очень много я получил моментов в комментариях, опять, что я поставил неправильно. Ребят, мы его снимаем и ставим во взведенном положении. И спускаем его только уже, когда он стоит на месте. Чтобы не поломать натяжитель, чтобы не порвать цепь, ничего с ним не случилось. Вот, акцентирую ваше внимание на том, что он взведен. Ну и чтобы выставить по уму верхнюю мертвую точку, а не как цепочкой, ну, что мы застяжили, и типа цепочка может упасть снизу, все, чтобы вам точно убедиться в положении по коленвалу, вот здесь на роторе генератора есть буква Т, которую нужно совместить вот с этой поднаклеечкой здесь, небольшая рисочка. Вот с этой риской мы совмещаем Т, совмещаем ее на головке, и все, верхняя мертвая точка у нас стоит. Сейчас мы все это собираем. Прокручиваем в холостую, обязательно прокручиваем двигатель в холостую и надеемся на чудо. Все, все протянуто, все собрано, ГРМ выставлен, прокручиваем его в холостую, не слышим никаких подозрительных звуков. Хотя, в принципе, пока я хорошенько ногой его в прошлый раз не пнул, мы тоже не слышали никаких звуков, свечки нет, компрессии нет. Вот, собираем клапанную крышку, собираем мопед. Поехали дальше. Здесь, пожалуй, мы вам сказали все. Единственное, что момент затяжки вот этих болтов по мануалу 0,9-1,1 килограмма, которые крышки генератора держат. И хочется спросить, что-то вот, не знаю, у всех тут мы ходим, у нас у всех сомнения, должно ли быть там масло в картере в этом, в генераторе. Вот это, пацаны, кто разбирал, кто знает, Баджадж, дайте, пожалуйста, обратную связь. Нормально ли это, что там все в масле? Прикольно здесь на патрубе подзаборника, смотри, на хомуте отливка, прям отливка, и ты ставишь на нее. По-моему, пролезь с твоей стороны. Тем любителям сказать, что Индия лучше Китая, посвящается вот эта боковая крышка. У меня она сновья, вот здесь вот такая вот отливка, как будто ее, не знаю, пальцем ковыряли, нагревали палец над огнем и плавили. И поставить вот эту боковушку, понятно, что можно здесь подрезать, чуть привести форму, но мопед новый. Я не хочу этого делать, то есть я хочу поставить крышку и поехать в закат. Но поставить крышку на конкретно, я не знаю, как у вас... Но конкретно на этот мопед поставить боковую крышку, это отдельное удовольствие. Это прям, вот, ничего не подрезали, ничего не правили. Это прям, ух, блин. Причем она защелкивается здесь, спокойно, она защелкивается здесь. Но, ну это, пацаны, прям отдельное место в аду есть для того, Раджаша Кутрапали.
который ее придумал. Надо с этим что-то делать. Но у нас сейчас другая цель, поэтому делать мы с этим, конечно, ничего не будем. Но вот действительно, каждый раз вот с этой крышкой... Я не хочу этим заниматься. Все, поставил, типа. Нет, пацаны, не поставил. Ну что, момент истины настал. Специально буду заводить на подножке, на нейтралке, чтобы было видно заднее колесо. Пока мопед холодный, этот комментарий просто тоже достал, что мы заводим его на скорости. Пока мопед холодный, заднее колесо может крутиться. Оно может немножко крутиться, потому что сцепление здесь вообще непонятно, как настроено и кем настроено. Как купил, так и есть. Поворачиваем ключа. Попробуем без подсоса сначала. Ладно. Почти, парни. Да! Работает ровно, стуков нет, холостые как не держал, так и не держит. Но это мы все уже увидим в процессе откатки. А сейчас давайте, наверное, с вами немножко поговорим и все подытожим. Ну что, друзья, пора подвести итог. Мопед работает. Я навернул на нем 10-й километр, чтобы одометр перевалил за 10, и мне было спокойно. И надо сделать какие-то выводы. Давайте сделаем первый вывод. Плохой ли мотоцикл Баджаж? Нет. Потому что, ну, обслуживается легко, доступный. Лучше ли он китайских конкурентов при таком качестве литья, деталей, наличию запчастей, которые не достать? Это вопрос мы оставим на волю каждого. Потому что сколько, как там говорится, все фломастеры на вкус и цвет они разные. Поэтому для кого-то хорош Баджаж, для кого-то... Второй раз купил бы лично я Баджаж? Наверное, нет. Потому что, ну, момент неприятный, но конкретно такая ситуация с клапаном, вот то, что у нас было, может случиться с любым мопедом, и это никак не привязано к Баджажу. Второе. Прост ли он в обслуживании, легко ли его обслужить, доступны ли запчасти? В принципе, да, но приходится подождать. Вот за моей спиной стоит Паша, которого мы пытаемся выгнать из кадра, но он не уходит. И если вы внимательно смотрели прошлое видео, он был с двумя руками, а сейчас он стоит с одной рукой, потому что за это время много воды утекло, много что произошло с момента, пока мы ждали на него запчастей. И на удивление мы уперлись не в распредвал, а в банальную прокладку ЦПГ. Мы не могли ее найти нигде. Вот. Попытались сделать видео максимально подробное, попытались все вам показать, рассказать, даже где-то признаем свою вину, списываем все на рукожопость, на то, что мы должны умереть, как нам советуют в комментариях, и вообще осквернили Баджаж своими вот этими грязными руками. Но я исправился и сыпанул в ЦПГ немного карри, чтобы он ехал лучше. Поэтому компрессия сейчас просто огонек. На этом на сегодня мы с вами прощаемся. У нас все. Что я могу сказать всем любителям Баджаж? Не сотворите себе кумира, тем более из дерьмового индийского мотоцикла. Живите проще, любите друг друга, цените свое время. Это были простые парни. Пока-пока, я поехал. Ой, блин. Ой. Надеюсь, что я поехал. Я все еще здесь.